Добрый день, дорогие друзья! Я приглашаю вас на вебинар «Как организовать видеонаблюдение на своем земельном участке». На вебинаре вы узнаете личный практический опыт по установке и эксплуатации систем видеонаблюдения на примере моего собственного земельного участка. Получите понимание, как организовать такую систему наблюдения уже на собственном земельном участке с минимальными затратами на эксперименты и ошибки. На встрече я расскажу свой путь по организации системы видеонаблюдения, как и с чем мне пришлось столкнуться в процессе эксплуатации, какие решения я применил и насколько они были оправданы. Начав развитие на своем земельном участке, у меня произошла неприятная ситуация, связанная с кражей забора, которая явилась основной причиной для установки систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности и сохранности имущества. Подробнее об этом я расскажу на встрече. Вебинар носит практический характер, и после просмотра вебинара у вас будет понимание, как можно организовать такую систему видеонаблюдения под ваши требования. Я расскажу, из каких элементов состоит система видеонаблюдения, какие задачи я смог решить с помощью разработанной мною системы видеонаблюдения. После встречи вы сможете спланировать работы по установке систем видеонаблюдения, обеспечив сохранность и безопасность имущества на вашем земельном участке. Знания, полученные на вебинаре, позволят вам обеспечить сохранность стройматериалов перед началом строительства или при обустройстве вашего участка. После или во время строительства обеспечить охрану вашего участка. Обеспечить контроль за строительной бригадой во время строительства. Нередки случаи кражи строительных материалов, а также простой в работе. Как вы понимаете, наличие видеонаблюдения является сдерживающим фактором, предотвращает хищение и дисциплинирует работников. Мой практический опыт позволит вам сократить время на самостоятельное изучение и поиск необходимой информации, а также подбор оборудования и его совместимость. Все протестировано на практике, и этой информацией я поделюсь с вами. 1,5 года интенсивной эксплуатации мне потребовалось для того, чтобы выявить недостатки и внести изменения в систему видеонаблюдения. Обо всем об этом я поделюсь с вами на вебинаре. На вебинаре я расскажу про авторский видеокурс «Видеонаблюдение на вашем земельном участке», в котором я пошагово рассказал и показал, каким образом я создавал систему видеонаблюдения на своем земельном участке. Вебинар будет проходить в группе Telegram. Ссылки на эту группу будут в описании к этому видео. Также в описании к этому видео вы узнаете о времени и дате начала вебинара. Записи в открытом доступе не будет. Более подробно я об этом расскажу на встрече. Поэтому, если вас заинтересовала эта информация и она актуальна для вас, то рекомендую быть на встрече онлайн. Поделитесь этой информацией с вашими друзьями, знакомыми, если считаете, что эта информация может быть для них полезна. Заранее благодарю. До встречи на вебинаре.